Мы решили, что должен появиться вот такое вот, мероприятие для всей гик-культуры. Гики — это... Понимаете, что такое гики? А сегодня мы проводим первый разрешенный гик-парад. Надеюсь, никого не смутило это название, потому что он действительно первый. И потому что он действительно разрешенный. Мы фанаты комиксов, фанаты фильмов, фанаты героев. В общем, приходим сюда, чтобы развлечь себя и народ. Мой персонаж Манасама – это японский музыкант, довольно известная личность. Скажу, что на самом деле мой персонаж обычно не разговаривает, поэтому интервью – это исключение. Это хобби, но во многом оно помогло мне с работой, потому что я работаю менеджером по подбору тканей. Как сказать, для меня это большое наслаждение, потому что, например, такие образы, как этот, пышный, в рюшечках, они в том числе радуют людей, нравятся детям очень, они думают, что видят принцессу. И вообще оно разнообразит жизнь, все такое яркое. Есть просто вот такие вот люди, немного необычные. Гикам, да!